занятия проходят в весьма жесткой форме, что вполне оправдано. В реальной схватке адреналин выделяется в огромных количествах. Какое-то время противник может просто не чувствовать боли, не обращать внимания на потерю крови. Ситуацию надо постоянно держать под контролем. Мало поразить врага. Надо обязательно обездвижить руку, в которой зажат нож. Уже затем добить его или связать. В этой школе особое внимание уделяется передвижению по площадке. Оригинальная техника не только позволяет эффективно уходить от ударов противника, но и контратаковать. Во время схватки движения рук плавны. Чувствуется явное влияние восточных единоборств, в частности, китайской школы Вэньчун. Выждав удобный момент, обороняющийся наносит быстрый и четкий удар по руке противника. Искусство владения ножом – одно из старейших воинских искусств. Несмотря на свой почтенный возраст, оно не перестает развиваться. Каким бы оружием ни владел солдат будущего, с ним всегда будет его верный спутник – боевой нож.